Привет, волчонок! Меня зовут Паша Влазин, и в этом видосе ты видишь второй сезон сериала про то, как нас забрали в армию! Да, друзья, это очень эпичный и крутой сериал, в котором мы с моим другом стали настоящими военными! И главная наша задача будет спасти город, который полностью захвачен злыми террористами! И в этом сериале вы увидите, в какие трудности и беды мы попадали, и как мы из них выбирались! А также, по секрету скажу, в этом ролике в конце вас ждет бонусная сценка! Так что смотрите этот сериал до самого конца, а также... Ребят, я надеюсь, что каждый из вас уже влепил свой лайк, ведь это второй сезон армии. И давайте в честь второго сезона наберем 100 тысяч лайков. Чё-то в последнее время я стал много просить лайков. Так, все, отмена, не набирайте 100 тысяч. Давайте, ребят, именно на этой серии наберем 3 лайка. Вот, я поставлю лайк, Лёха Джел поставит лайк, и, ну, давай ты, дружочек, поставишь лайк, будешь третьим. Спасибо огромное, ну и я желаю каждому приятного просмотра, приятного аппетита, но мы начинаем наш сериал! Блин, я в шоке, почему? Я сижу тут, мне, во-первых, страшно, во-вторых, у меня вся попа отморозилась. Вот, блин, у шлепки забрали, значит, все нормальные места мне сюда посадили. У меня попа уже немела. Давай быстрее садись. Фух, наконец-таки мы прилетели. И вообще, почему это я сидел на полу, а, один? У меня попа отмерла. А что, свободное место, кто успел, тут попа место потерял. Трындец, офигевший вы вообще. У меня попа отмерзла из-за вас. И вообще она онемела, я сидеть теперь не могу нормально. Ой, все, наконец-таки земля. Наконец-таки я приехал сюда. Ой, как же долго мы летели, конечно. О, это ж командир. Командир, здравствуйте, командир! Здравствуйте. Мы прилетели. Конечно, было не очень удобно лично мне, потому что у меня попа отмерзла, я сидел на полу. Вот, а этому, короче, буреку нормально удобно, было. Многопорно. Ну, как-то вы долговато летели до нас, хотя... Вроде 6 часов, ну, нормально. Ладно, что это самое, я вас утяну. У нас собрание уже, построение. Давайте в машину бегом. О, да, конечно, командир, все, Леха, побежали. О, кстати, всем привет, ребята. С вами, как обычно, Паша Флейзин, Леха Джел. И, ребята, мы снова вернулись в армию. Всем здорово, чуваки. Короче, ребята, чтобы вы понимали, мы только что вернулись с суперсекретного задания, где на острове мы, короче, защищали всех от бандитов. Вот, в итоге мы, ребята, приехали, прилетели. И я отморозил себе попу. Вот, сидя, короче, на этом полу, блин. В общем, ребята, я надеюсь, что вы все рады, что армия вернулась. И если это так, добрался, влепите свой крутой лайкусик, подпишитесь на мой канал. А также, ребята, давайте, чтобы новая серия про армию вышла как можно быстрее, наберем 2 лайка. Да, ребята, я понимаю, 2 лайка это безумно большая цифра. Мы еле-еле 3 собираем. Но давайте именно на этом ролике наберем 2 лайкусика. Все, ну, короче, побежали, это уже командир ругается, а вы, ребята, влепите лайк. Я за пушку, я за пушку. Да, давай за пушку, хлопушку. Так, а я пока сажусь на переднее. А, командир, вы это самое тоже садитесь? Да, я иду. Смотри, мы, блин, это капец, летели долго, мы сейчас все время профугаем. Давайте это, газуйте быстрее, а то да, опоздаем. Ну, а хорошо, командир, а куда мы это самое-то отправляемся хотя бы? Да, мы едем на церемонию, точнее, на построение. Короче, вас там награждать будут за операцию. Че, давай, газуй. Чего? Награды? Это как понимать? Там еще что-то за это... Плохо. Нам еще что-то за это дадут? Нифига себе! Блин, слушайте, ну я очень рад, конечно. Кстати, командир, я тут это с первого нашего задания вам этот сувенир принес, так где он тут в кармане у меня лежал. Вот, я, короче, принес грант вам. Чё, надо без чеки, выкидывай ее быстрее в окно. Хорошо. Все, гранаты нету, все хорошо, замечательно. Вы извините. Ты куда выкинул? Ой, ладно, думаю, никто не заметит. А куда ехать-то? Давай налево, просто налево, ты сейчас тут все разбомбишь уже. Ты ж, елки-палки, ух ты. Ой, извините, пожалуйста, так, все, я тут припаркуюсь. А, в краски построения, Леха, все, побежали. А то мы еще опоздаем тут. Здравствуйте, мы тут чуть-чуть опоздали, вот, у меня... Попа просто отморозилась на самолете. Так, ладно, давайте, теперь уже все в строю. Дорогие бойцы, я с гордостью хочу вам сказать то, что наше задание выполнено. И выполнено оно благодаря 2 отличным и смелым бойцам, которые смогли захватить пол территории самостоятельно вдвоем. Это Павел Флейзин и боец Алексей Джел. Рядовые, выходите. Это я тоже, да. Мы хотим вас поздравить и поблагодарить за вашу отважность, смелость и самое главное,
главное, вашу мужественность, что вы смогли захватить территорию и смогли выполнить наше задание. За это мы вас повышаем до сержантов. О, чё это? Сержант? Нифига себе! Это классно, спасибо, конечно! А что это звание нам дает? В общем, звание сержант вам дает отдельную группу из 5 человек, которую вы сможете командовать. О, нифига себе у нас... То есть мы типа как командиры такие, да, маленькие? Мини-командиры! Блин, прикольно, прикольно! Все, радости свои потом. Давайте, вставайте обратно в строй. Ну, конечно, извините, спасибо огромное! Также я хочу поблагодарить... Блин, ребят, ну вы прикиньте, нас сделали сержантами, и мы, короче, теперь будем мини-командирами! Блин, реально, влепите лайк, сержант, пожалуйста! Сержант Павел Флейзин, можете потише? Извините. Блин, ты представляешь, что у нас будет целая группа? То есть мы стали командирами! Блин, это так классно! Ну, это да. Ну, блин, ребят, ну все равно влепите за это лайк. Это же так круто. Так, нам сказали, что группа Альфа находится... Сейчас по команде. Где-то здесь. Так, ну-ка, где? Это... А, вот она. Тут ты посмотри. Во, рядовые. Это вы, да, группа Альфа, а? Так точно, господин сержант, это мы. Итак, слушаем мою команду. Меня зовут сержант Павел Флейзин. Это ваш второй сержант Алексей Джел. Мы ваши командиры, считайте. Вы должны слушаться каждое на наше, короче, нашу команду, короче, должны слушаться. И если вы не будете слушаться, то мы вас заставим отжиматься. Отжимание, 300 раз. И начинать. Так, ладно, короче, это бы понятно. Конечно, блин, что-то команда не очень. Лошадь какая-то, олень... И медведь. Угу. Медведь? Ну, команда, конечно, от бога. Ладно, так. Первая моя команда на первый. Второй, рассчитайсь. Первый. Второй. Третий. Что? Олень. Ты первый, второй не знаешь? Ты, смотри, вот первый, второй, ты первый. Давай еще раз. Так, на первый, второй, рассчитайся. Первый. Второй. Третий. Ты шутишь надо мной? Ты первый, второй, первый, ты первый, алло, просто скажи один. Давай. Нет, сержант, после двух идет три. Вы что, не изучали математику? Один, два, три, значит, я третий. О, боже мой, просто скажи первый. Давайте еще раз, да, первый, второй, рассчитайся. Первый, второй. Третий. Боже, олень, ты реально мешаешь всем. Так, еще раз, ребята, на первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, первый. Второй. Вот, олень что-то лажает. Так, олень, пока ты там отдохни, там это посиди. Вот, ну, ребята, значит, следующее наше задание, это, наверное, подготовка, тренировка. А что это мы тут делаем, а, сержант? Вроде как только звание получил, уже даешь. Да, я никого не бил. Вы не смотрите туда, это не я. Ага, не ты. Если вы не поняли, сопляки, вы еще под моим руководством идете. Вы чисто мои помощники и все. Понятно. Так что вы еще не командиры никак. О, помогаем, о, как-то. Yes, sir. А я думал мы... Так, короче, ты думал, я думал, вот это не надо. В общем, вы мои подопечные. И у вас также есть так тренировки. Так мы резервяты. Мы сейчас едем с вами тренироваться на самолетах. Куда? Блин, ну ладно. А вы даже туда не смотрите, вы еще не готовы управлять целой командой. Давайте, понял, погнали. Ладно, мы побежали. Капец, это что-то было, я чуть не был. Я думал, мы уже все будем командовать тут, значит, а мы также... Я тоже думал. Капец, ребят, мы также остаемся под силой нашего командира, получается. Командир, а куда мы это самое-то едем-то? Значит так, девочки, так как вы у меня были сначала в сухопутных войсках и были на земле, то сейчас мы пойдем воевать уже на воздух. Так что едем учиться управлять самолетом. Чё, мы летать на самолетах будем? Очуметь, ну ладно, погнали тогда. Командир, а когда мы уже будем своим отрядом-то управлять? Я хотел бы покомандовать там или еще, заставить их поджиматься. Паша, я тебя сейчас сам тут заставлю отжиматься 100 раз, так что выходи давай. Ладно, хорошо, ну мы приехали. Фига, тут самолетов целая куча. Много. Здравствуйте. Добрый день, Алексей Джел. Добрый день, Павел Флейзин. А точнее, добрый день, сержанты. В общем, вы находитесь сейчас в самом центре нашего ангара, а точнее, в самом главном комплексе нашей военной базы, где собраны абсолютно все самые лучшие самолеты. Ваш командир сказал нам обучить вас пилотированию, но так как вы уже умеете хоть как-то управлять самолетом, мы пройдем курс подготовки оружия, а то есть,
как стрелять с самолета, как кидать бомбы и так далее. Выбирайте любой самолет, ну и начнем нашу тренировку. Слушай, так быстро! Так, ну ладно, ща я... Командир, когда посоветуете? Я не знаю, слушай, я вообще-то не пилот. Выбирайте любой, сказали, для тренировки вроде любой подойдет, так что прошу... Let's go, как говорится. Ага, так, ладно, ничего пока что непонятно. Ну, истребитель есть, но... Берем. Блин, ну вроде прикольно. Смотри, у него ракеты есть также. Так, а мы можем... О, еще смотри, вот этот можно взять. У него все, залезай. Пулеметы есть. Сержанты, да, погнали. Я вам дам небольшую подсказку. То, что сегодняшняя тренировка будет связана с бомбами. И вам нужен тот самолет, который умеет кидать бомбы. О, чего? А истребитель умеет так делать? К сожалению, нет. Истребитель не умеет так делать. Выберите другой самолет. О, Леха, слышь, стой. Ой, а он еще одно место, кстати. А, ну, кстати, да, блин, он нам точно не подойдет. Да ты его за колесо держался нормально, кидал бы бомбы, гранаты. Да, не, подожди, давай. Может, о, смотри, вот этот двухместный. У него и пулеметы вроде, и ракеты есть, и бомбы, наверное. Хотя, блин... Ну, маленький какой-то коротышка. Ну, это да. Так, тут, нет, это одноместный. Так, этот... О, кстати, посмотри. А вот этот, мне кажется, самый раз как раз. Ой, каски. Пулемет есть! И я пулеметы. Так, а я чур тогда на пассажирской. Так все, садимся. У него же какие-то ускорители сбоку есть. Ускорители? О, смотри, у меня даже табличка какая-то выскочила. Open the bomb. То есть бомбы тут даже есть. Ребят, ну за бомбы-то это самое, о! Ну, лепите лайк, так, сейчас как тут он заводится. О, о, ребята, во, нормально, все, подача топлива есть, и значит мы можем заводиться. Газуй! Так, давайте аккуратненько так задний ход, и все, мы взлетаем, если что, мы вас по рации слышим, все окей. Аккуратно. Ой, командиры, извините, ну мы попытались аккуратно. Прием, сержанты, я напоминаю то, что вы должны ехать на взлетную полосу. Этот самолет является новой разработкой. Он выпущен в 2019 году. Оснащен самой лучшей техникой ПВО, а также оружием. Смотрите аккуратнее. О, так, хорошо. Так, Леха, не буянь, тут все взрывается. Так, ладно, получается, ребята, разгоняемся и shift. Да, или еще надо нажать чуть-чуть. Давай! Газуй! Я не понял. Это вот надо остановить на месте, ускоритель. Остановите полностью ага, самолет. Ага, так, остановился. Вот это да! Ребята, вы посмотрите, вот это ускорители! Слушайте, вот это на разработке. Так, а что делать-то надо? Я тут чуть не поджарилась. Да, аккуратней. Да, а что делать-то надо? Сержанты, на нашем болоте возле военной базы для вас расставлены метки, а то есть красные башни, которые вы должны уничтожить с помощью бомб. Всего их 3. Удачи. О, хорошо. Так, ребят, смотрите, вот эти башни нам надо уничтожить. Так, отсек, ну-ка, давай попробую, я нажму. О, это что? Бомбы полетели! Ребята, ой, так бомбанулось. Слушай, да, мы попали! Поздравляю, цель поражена. Идите к следующей. Так, Леха, сразу следующий, ребята! Стреляю. Выкидывай бомбы! Так, раз, бомба! Полетели! Ну-ка, попал, не попал! Да, давай. Попал! Так, вроде попал, так. Четкое попадание! Ой, блин, я третий пропустил! Напоминаю, что у вас 2 пилота, и то есть один подручный, а то есть Алексей. У него есть пулемет. С помощью пулемета вы также можете уничтожить цель. Подручный! Хорошо, Леха, давай фигачь! Так, ребята, я, конечно, бомбы выкидываю. Раз, так, бомбочка. 2 пошла бомбочка, так, рядом. Фигачи, попал! Ну, так, вот, нормально, попал! Да, попал рядом! Это же битие, да, получается? Yes. Поздравляю, цели уничтожены. Третья была подбита, но также уничтожена. Возвращайтесь на базу. А, ну хорошо, все. Блин, ребят, вот это классно, конечно. Не то, что сухопутные войска, так ты летаешь. Можешь это обстреливать, можешь бомбы какие-то скидывать. Блин, это реально прикольно. Так, ладно, ребят, все, снижаемся. Мы тогда сразу... Вы куда? Стойте на взлетную полосу. Не нас. Ёлки-палки. Ай, ух ты. Добрый вечер. Парковка у нас. Самая лучшая. Ну, да. Здравствуйте, мы... Немножечко тут сбили всякие самолеты. Кстати, я тебе говорил, то, что этот мелкий, он фигня полная, видишь, взорвался. Да, я согласен, он вообще не очень. Ну, все, мы закончили, ну, да? Ну, конечно, над приземлением надо поработать, но так, в принципе, да, с оружием вы справились. Поздравляю, можете, ну, отдыхать и идти в казарму дальше командиру своему. Ну, все, спасибо. Вот, ну, мы тогда это что, ну, пошли, вы тут убирайтесь, все, мы уходим, короче.
Давайте, давайте, отжимайтесь, отжимайтесь. Так, я лучше под зонтик стану. Давайте, тоже отжимались. Да-да-да, отжимайтесь в дождь. Мы сделаем из вас настоящих бойцов. Давайте, вы будете сильными, там, суровыми, вообще, крутыми чуваками. Давай, олень, ты это самое, не отдыхай тут, давай, отжимайся. Ага, сержант Флейзин, сержант Джел, мне нужна ваша помощь. Подойди сюда. Чё такое, командир? Чё случилось? В общем, из главного штаба только что пришла информация, что всех наших перебили в пустынном городе. И нужна подмога. И как раз таки вы мне нужны. Нужна помощь. Чего? Напали? Чё? Давайте мы это отправимся. О, как раз таки. Так, бойцы. Да, первое задание. Давайте это самое. Не отвлекаемся, отжимаемся, отжимаемся. Слушайте, командир, мы можем наших новичков отправить туда к краске. Отставить! Нет, новички туда не пойдут. Нам нужны серьезные, мощные ребята, которые уже знают, что такое настоящий бой. Вот как раз таки вы. Вы же помните, что вы сделали на острове. Вы нам нужны. Ну ладно, дайте нам тогда 2 минуты. Ну, можно хотя бы оленя взять, он нормальный вроде чувак. Слушай, Паша, ты сержант, ты решай, вот. Рискуешь ли ты своей командой или нет? Если хочешь брать, бери. Но через 3 минуты у вас самолет. Все, я пошел. Хорошо. Так, бойцы, отставить. Доделываем 1000-е отжимания. И это дается вам ровно 1 минута, чтобы собраться. Вот, мы потому что едем на новое задание. Блин, Леха, а что за новое задание? Я не понял. Я сам не понимаю, что такое интересное город. Что-то. Блин, ребят, нас реально сегодня, кажется, отправят на новое задание. Так, а вы давайте это самое, уши свои чего распустили. Давайте отжимаемся. Раз-два. Итак, бойцы, сегодня мы с вами вступаем в взрослую жизнь. Точнее, вы. Сегодня вы станете настоящими мужчинами. Станьте настоящими военными. Ведь мы отправляемся на задание в другой город. Короче, я надеюсь, вы меня не подведете. Каждому бронежилеты я отдал, так что вроде как должны... Да, бандитов не бояться! Да, бандитов не бояться, оружие у вас есть, все. Короче, отправляемся мы на этом самолете и прямо сейчас. Вы готовы? Скажите мне. Да, точно, капитан. Я не слышу, вы готовы? Да, я готов. Молодец, короче, все, пацаны, давайте отправляемся, а то мы уже опаздываем. Кто проживает в самолете быстрее? Так, это не та песня. Все, давайте заходим, ребят, давайте пошевеливайтесь, вы елки-палки, мы сейчас улетим без вас. Ой, короче, ребята, все, мы отправляемся, вы там пока садитесь, там распределитесь по пунктам. Все, а мы, ребята, влетаем, а вы, пожалуйста, влепите лайк. Все, ночь, все, мы взлетаем, давай взлетаем. И, ребята, блин, на такой-то громаде, это ж просто трындец. Не то, что все, ребята, мы отправляемся на задание. Вроде как высота нормальная. Так, метры хорошие, по координатам. Нормально. Ну, по координатам мы вроде как это прилетели. Хотя я ничего не вижу из-за этого тумана. Ты еще это видишь, Леха? Не, вообще не видно. Пусто. Так, бойцы, вы там не спите, алло, прием. Не, сержант, мы в полной готовности. Так, сейчас мы скоро будем высаживаться, вы ожидайте. Во, я вижу дома. Так, бойцы. Парашюты на готове. По моей команде выпрыгиваем. 1, 2, 3, прыгаем! Все, выходим, Лёха, выходим, быстрее. Так, все, бойцы, бегом! Так, все, дебилы, выпрыгивайте! Вы чё? Парашют! Так, куда? Ладно, я понял, так другие куда? Ёлки-палки, так куда они там приземлились? Олень! Мы не учили парашют открывать! Олень, ты чё, блин, парашют-то не открыт, ты ёкаломаная, я ж... Олень, ну ты олень! Ну ты, блин, трындец, ну, еще один олень завелся. Так, это самое... Я в порядке! Куда другие бойцы-то полетели? Ой, я не знаю, куда мы полетели. Мы просто выпрыгнули с самолета, нам даже парашют-то не дали. О, боже мой, я же в начале поездки говорил, что парашюты находятся в отсеке для парашютов. Там красным почерком так написано. Ладно, ты жив, в принципе, нормально. А, так, а остальные... Ну, куда-то, наверное, найдутся. Полетели. Ладно, все, короче, пошлите давайте быстрее. Я думаю, сейчас еще попадем в засаду. Итак, после эпичного падения мы, получается, нашли только 3 участников. Хотя в нашей группе всего их 5. Вопрос, где еще 2? Алло, на крыше! Вы куда попадали? Ну, блин, трындец какой-то. Ладно, пошлите. Мы, короче, ребята, уже пришли в город. И, получается, вот он тот самый город, где обитают террористы. Так, и мы должны их, ребята, в этой миссии устранить. Бандиты! Бандос, вообще... Так, ну вот только меня волнует, где еще 2 чувака? Они куда пропали или что, я не пойму. Так, ну-ка, может тут что-то... Погнали, искай быстрее! Подождите. Мне рассказывал этот наш командир то, что если есть окопы и шин, то, возможно, где-то рядом
обитают эти чуваки, бандиты, короче. Баррикады, да. Смотри, Боба, в окна. Да-да-да, да, еще снайпер. Так, блин, капец, я первый раз на таком задании еще со своей командой. Очень и очень страшно. Так, ладно, пацаны, давайте аккуратно пробираемся. Так, главное, не шуметь еще. Так, ну-ка тут. Есть туда. Пусто. Так, ладно, давайте дальше проходим. Так, тут где-то должны быть бандиты. Так, аккуратненько проходим. Давайте все за мной. Так, ну-ка тут. Вау, пацаны, тут гости. Лега, так, это террористы. Так, пацаны, действуем по моему плану. Проходим. Да, что это такое? Так, ладно, давайте. Так, стреляем по каждому террористу, короче. Один в автобусе, Ёшкин, матрёшкин, что это, блин, какой такое? Какой они бронированный. Вау, да еще у них РПГ есть. Так, аккуратней. Ёлки-палки! Олень, ты чё, не падай ты! Так, я поднимаюсь наверх, пацаны! Вау! Я вижу РПГ-10, короче, на балконе! Так, устранил! Да, уничтожил! Ё-моё, да сколько их! Их тут, это муравейник как будто! Граната! Так, давайте! Ай! Так, сейчас! У меня граната есть! Кидаю гранату! Ещё гранату кидаю, короче, закидываю гранатами! Вау! Олень, не мешайся! Давайте, пацаны, проходим! Это план-штурм! Давайте проходим! Давай, план бабочка, план дедушка. Короче, все, проходим. Вау. Так, за баррикады, пацаны, прячьтесь за баррикады. Ой, прячься. Так, еще где? Подождите, я вообще ничего не понял. Так, где-то на крышах, пацаны. Вон их все больше и больше. Давайте. Блин, ребята, это очень жестко. Так, все, отстреливайтесь. Главное, уничтожайте тех чуваков, которые с РПГ. Вроде бы нету. Да, нифига, они есть, я просто уже устал стрелять, у меня патроны кончаются с каждым разом. Так, еще. Один за бочкой. Так, все, уничтожил. О, боже мой, давайте прорываемся. Давайте. О, хорошо, идем. Дальше в атаку. Давайте. Опасно, о, хорошо. Так, давайте, джокеры, так, смотрите, главное, чтобы... Ой, так откуда стрелять? На балконах, пацаны. Так, кидай гранату. На балкон кидай гранату. Так, ну-ка. Пошел нафиг. Тр-та-бам! Вау! Откуда? Я не знаю, но это моя граната, кажись, кого-то бомбанула. Так, еще на балконах, еще сверху, на крышах, пацаны, есть. Я увидел! Давайте, обстреливаем. Так, и дальше проходим, дальше захватываем территорию. Захватываем! Паша, как сержант, как у вас там обстановка? Я слышу выстрелы. Слушайте, командир, город вообще в полной попе, мне кажется, тут это дофигища террориста. Тут муравейник, мне кажется, какой-то. Так, хорошо, что-то по террористу. Вы справляетесь? Ну, потихоньку, конечно, есть раненые, но вроде как нормально. Вау! Да, РПГ у них очень много взрывной мощи. Нам бы не помещала подмога какая-то с воздуха. Так, хорошо, подмога. Вы пока защищайте территорию, попытайтесь захватить южную часть территории. Нам надо город захватить. Короче, их там очень много, ладно. Вызываю подмогу, скоро вам приедут. Вы пока держитесь там, мы с вами. Ой, так точно, сэр, так что? Давайте проходим дальше, пацаны, проходим дальше. Во, минус еще один, так сейчас. Вот я посередине. Что? Вроде все, пацаны, там еще чуть-чуть. Так, сзади это олень, уничтожили. Короче, пацаны, все, поздравляю вас, бойцы. Это ваш первый захват. Так, предлагаю тут оборудовать лагерь. Ну и, в принципе, дожидаться подмоги. Итак, рядовой медведь, слушай мой приказ. Ты должен оборонять нас, точнее смотреть в оба и обсматривать обстановку. Если ты видишь силуэт человека или что, ты сразу кричи мне, а то нас бомбанут или еще что-то делают. Короче, ответственность за наши жизни несешь ты, так что давай. Если что, желаю тебе удачи. Смотри только в оба, а то мало ли что, танки тут приедут, самолеты. Понял меня, да? Так точно, сэр. Ну вот и все. Так, ладно, хорошо, что-то там другие что делают. Так, ну-ка, олень, что стоим? Давай, работай, шваброй, там, метелкой, давай. Сержант Флейхин, я не хочу работать. Почему вы дали всем нормальные указания? Кому-то там смотреть, кому-то там это. А мне, блин, уборщика дали. А потому что ты уборщик, ты это понимаешь? Ты рожден ради этого. Все, давай, это самое, подметай. Тут, видишь, это грязно, пыль, песок. Давай. Так, рядовой конь, у нас там что-то известно по сети? Со штабом смогли связаться? Сержант, я насчет сети настраиваю. Сейчас стал совсем чуть-чуть, и мы сможем связаться с нашим штабом. Давай, рядовой, работай. Хорошо. Руками, там компьютер, там что такое. Ай, блин, пока что у нас все плохо, сети нету, и это очень трындец. О, ну что, Паша, да, известно что-нибудь стало? Да, все плохо, пока что сети нет, но там вроде рядовой настраивает все. Мы должны связаться с командованием, чтобы дальше выполнять приказы. О, понятно. Кстати, ребята, всем привет, с вами, как обычно, Паша Блейзин, Лёха Джел, и, ребята, мы снова вернулись в армию. Всем здорово, чуваки! Смотри,
ребята, наша вторая часть в армии. И как уже все помните, в прошлой серии мы вместе с нашим отрядом отправились на спецзадание, где нам надо было устранить всех бандитов, которые захватили этот город. Ну и мы, короче, захватили небольшую часть, сделали тут небольшую базу себе, обустроились и сейчас ждем дальнейших указаний. Ну а вы, ребята, пожалуйста, влепите лайк за новую серию, подпишитесь на мой канал, а также, ребята, задание от генерала Фейсина. Кто его выполнит, получит чебурек. Поставьте лайк носом. Да, ребята, понимаю, поставить лайк носом просто невозможно. Но именно ты должен лепить лайк у себя. Сержант Фейсин, сержант Фейсин. У меня тут лайки. Что там уже случилось? Что, конь, сеть заработала? Сержант Фейсин, но у меня получилось. Я установил сеть с нашим командованием. Что писать? А, так, это значит, давай я на клавиатуре пиши дальнейшие указания. Какие там у нас, так? Хорошо, отправляю. Так, указ, дальнейшие указания. О, подождите, они нам написали, что у нас есть второе спецзадание. Нам надо захватить точку С, это северная часть города. Там находятся все боеприпасы террористов. Так, это пишут стройка. Это стройка тут неподалеку. Нифига себе! Ладно, хорошо. Так, а что еще пишут там? Так, еще написали, что мы можем отправиться туда и захватить эту точку. Либо же второй вариант, мы будем ждать их подкрепления. И тогда сами пойдем. Но шанс, говорят, очень мало, то, что мы ее захватим. Что делаем? Так, ладно, хорошо. Значит, ну, молодец, да, пока что ты хорош. Так, блин, что делать? Так, ребят, короче, мы только что узнали, то, что командование дало нам новый приказ. А то есть захватить, ребята, северную часть города. А это, ребята, стройка, и там находятся все боеприпасы террористов. Ну, по сути, если мы захватим эту базу, то у нас будет все их вооружение. Вот это точно! Блин, что делать, ребята, я не знаю. Ладно, короче, собираемся, давайте там это, берите автоматы, пулеметы, гранаты, мы выезжаем на штурм. Сержант Флэйзин, сержант Флэйзин. Что там? Что, Мишка, ты еще пошел? Вы должны это видеть, посмотрите вдаль, там есть кто-то. В смысле? Ну, город, город, ты что-то видишь-то, блин, твою... О, нифига себе! У меня даже бинокля нет, подождите, дайте какую-то снайперскую винтовку-то возьму. А, секундочку, что там? Эх, вот вы, посмотрите, присмотритесь, пожалуйста, на крыше. Чего? О, подождите, снайпер! Так, пацаны, лучше, мне кажется, пригнуться! Ой! Это, так, ребята, снайпер, так, хорошо, ладно, если у них... вооружение есть снайпера, то это очень плохо. Так, короче, рядовые... И что делать там туда? Я не знаю пока что. Слушайте, нет, если у них есть снайпера, то у нас, значит, тоже они будут. Так, пацаны, кто будет снайпером? Давайте на камеру шумага решим. Какого фига? Ну я же вас всех победил в камеру шумага. Вы сами говорили, кто победит, тот будет снайпером. Почему у него снайперская винтовка, а не у меня? Я тоже хочу пострелять, но я готовился. Рядовой, отставить нычье. Он снайпер, потому что я так захотел. Он тем более сержант, что ты возникаешь. Во-вторых, ты олень. Ты что, блин, ты понимаешь, что ты можешь такая сячить или еще что-то промахнуться. А вот Лехе я доверяю пока что больше. Да капец, вы офигели. Вы что, меня не любите все время меня дранить? Я сейчас обижусь. Так, что, молчать. Пошли, что мы тут стоим, а то у нас сейчас и так унесет. Так, пацаны, давайте проходим. Отряд, let's так, go, ну-ка, let's go. Смотрим, так, куда это идти? О, подождите, я уже вижу эту, как это, строительный кран. То есть там, получается, стройка. И нам надо туда, получается, пойти. Так, ладно, мы давайте. Мы его захватываем, что идем. Ли? Ну да, там же боеприпасы, там это командование дало. Погнали, кран будет наш. Давай, проходим. Так, тихо, аккуратненько, так, высматриваем, ну-ка. О, стоп, тут пустая улица. Давайте, проходим, пацаны. Леха, а ты можешь это посмотреть, что там по территории? Потому что мне как-то страшно. Да, могу, сейчас. Из кустов в кусты выбегу. Давай. Оп. Маскировка. Ага. Давай, маскировка, там проверяй, что там, есть кто-то или что, а? Пока проверяю. Одного вижу. Стреляй, этого фигачиву, давай. Есть. О, красава. Второго вижу. Второго, давай, тоже фигачиву. Так, пацаны, проходим. Есть. Проходим. Нормально. О, третьего вижу. Третьего фигачи. Так, что, ребята, проходим. Вот снайпер. Нет, это не тот был. В смысле не тот был? Это ворона была. А, бедная ворона. Ладно, короче, все, пацаны, давайте проходим. Она стройка. Она, мне кажется, тоже. Да по-любому, это ворона с скрытыми пацаны, видеокамерами. Не вставайте. Давайте, парни, проходим. Так, ну-ка, смотрим. Так, ну-ка, тут пусто. Я смотрю, тут чисто. Блин, мне страшно. Если что,
Кого-то вот видишь? Там вдали возле крана двоих вижу. Давай, это, стреляй. А, так, пацаны, давайте проходим. Че вы, как, не знаю, обезьяны какие-то. Так, все, проходим дальше. Все, давайте, захватываем кран. Наступление, минус. Давайте, пацаны, фигачим. О, не ожидали. Лёха, аккуратнее, у них РПГ-дисты есть. Так же, пацаны, нападаем. Давай. Воу, блин, их очень много, пацаны. Прием, база, ответьте. Я слышу выстрелы из ваших раций. Что у вас там случилось? Вы нападаете? Да, командир, мы захватываем точку С. Мы этот кран хотим захватить и стройку. Так, мы проходим дальше. Тут это всякие ушлепки. Да. О, блин, террористы офигевшие. Так, ладно, прорывайтесь дальше. У них там база, и на базе есть ноутбук. Там хранится секретная информация. Захватите ноутбук, самое главное. Ноутбук, повторяю. Поняли. Ой, пацаны, давайте проходим. Офигеть, тут вау. Мы все тут. Так, сейчас, секундочку. Кидаю гранату. На. Так, все, еще. На крыше кто-то есть. Или, стоп, на кране. О, мое, что-то все взрывается. Минус. Так, проходим. Нет. Давайте, команда. Мы команда, пацаны, проходим. Вау. Офигеть. Все зачистили. Помогите, да тут нифига. Тут их как муравейник какой-то. Ой. Муравейник, ребята, бордона. Давай, я прохожу. Как много людей. Да вот везде они повсюду, слева, справа, снизу, вверх, там, короче, обстреливайте. Вот я, как муравьи развели тут. Ох, так все, давайте, пацаны, проходим. Главное, недоделанные. Да, так, вау. Ёлки-палки, что там все взрывается. Главное, так, опасайся ракеты, тачку даем. Давай, я опасаюсь, о. Офигеть, что-то. Пацаны. Да что такое? Иди сюда. Идите все сюда, так, подождите секундочку, вау. Посмотрите, у них тут целая боеприпасная фигня какая-то. Это трындец, сколько тут боезапасов? Гранаты, пулеметы, оружие, ракеты. Мы проникли на базу, ищите там ноутбук, там должен быть ноутбук, видите? Да, командир, ноутбук видим, что этим делать? Вам надо стащить оттуда все секретные файлы, кто поставщик оружия и так далее. Вы должны украсть оттуда секретные файлы быстрее. Так, хорошо, так точно. Конь! Рядовой конь, ты мне нужен, блин, ёлки-палки, где этот взламыватель 3000? Ну давай, не рядовой конь, ну ё-моё, мы сейчас опоздаем. Давай, качай там, взламывай секретную информацию, эту ебаль. Да я стараюсь, сержант, как могу. Вы понимаете, что мне 18 лет, я только школу окончил, я тут информатику изучал всего лишь, то сейчас скачаю, подождите. Давай, быстрее. О, слушайте, а я тут нашел, смотрите, пушку. Ты чё, олень, ты зачем мне, тихо? Убери гранатомет, давай, тут сейчас всё разнесёт. Получилось, так казалось совсем чуть, и я смогу все оформить. Давай ты, ёкаломанай, быстрей! Ой, ты чё там? Чего? Пацаны, а это... Снайпер! Наши танки! Танки, пацаны, в укрытие! Ёлки-палки, так, конь, взламывай дальше! Так, это было жестко, вау! Так, парни, вау! Тихо, тут танки! Берегитесь! Берите оружие, так... Где? О, гранатомет, так, Лёха, бери тут гранатомет, так, всё, так, давайте, стреляем, бам! Давай, олень, там фигач, нашел твой черед! Ребята, вот это танки, я, конечно, не ожидал, так, стреляйте по танкам, бам! Бам, давайте, уничтожаем, вау! Тихо, стреляйте! Не тут винорог, не заукрите! Конь, давай ты это самое, дальше взламывай там все. Ой, тихо, так, ребят, давайте, так, прикрыться надо, вау! Опа, так, вроде одного обезвредили. Так, давай, я прохожу дальше, Лёха, так. Вижу еще. Так, один еще. На кран собраться. Я обстрел какой-то. Так, на тебе. Ух ты, блин, капец, ребята. База, держись. Да я пытаюсь, ай. Нет, все, я сваливаю назад, пацаны. Так, олень, ты, блин, стреляй, что ты тут стоишь? Ух, давай, так, передряюсь. На. Ой, блин, как страшно. Так, ладно, выходим, пацаны, фигачим танк. На! О, бам, подули, минус один. Все, еще так, на минус шли. Так, остался. Так, сколько осталось, пацаны, я не вижу. Так, Два вроде бы. Два. Ой, нет, тихо, тут танк. Пацаны. Так, ладно, у меня есть идея. Фига, так, небольшая. Тихо, аккуратненько. Этот танк я забираю. Пошел нафиг. Давай, вылази. Так, и сейчас его надо зафигачить. Давай, база. Фух, пацаны. Мы забрали один танк! Вот ты правильно, Натя! Ой, это хорошо! Прием! Что у вас там происходит? Что за вакханалия там творится? Мы! Ну как? Танки побороли сейчас, вот, один забрали себе. Так, я его забираю. Ребята, вы прикиньте, мы угнали настоящий танк. У нас есть огневая мощь новая. Так, главное вот сейчас его да. Аккуратненько, тихо, главное сейчас не застрять. И главное его, ребята, поставить прямо на нашу базу. Он будет защищать нас и охранять нас. Так что, ребята, проезжаем. Так, тут, я думаю, танк точно давай, проедет. Опа! Паркуйся. Ой, да на все хорошо, я профессиональный водитель танка. Блин, ребята, это ж вообще полный трындец. По сути, у нас, ребята, теперь полностью база.
база защищена, ведь у нас есть настоящий танк! А, террористы, офигевайте! Так, ну-ка, конь там взломал уже все, надеюсь? Ну, что там, это, конь, получилось? Да-да-да, сержант, подождите секундочку. Так, загрузка 99, 99 и 100. Ух, наконец-таки, загрузка завершена, я отправил все файлы на стоп. Давай! Давай, вот все, красава! Ух, отправил, ну молодец! Так, поздравляю, ребята, мы выполнили еще одно спецзадание! Да-да, прием, командир! Сержант, мы получили все файлы от вас. Я хочу сказать огромное спасибо. Насчет подмоги, она будет с минуты на минуту. Она очень долго летела, попала в шторм, но она скоро прилетит. Будет у вас там пир, я так понимаю. Ну вот, все, спасибо! Молодцы, рядовые, можете теперь отдыхать. Только, олень, убери гранатомет, пожалуйста. Мне страшно, когда ты его держишь в руках. А чё сразу я? Это потому что я олень, да? Блин, все же какой же наш отряд молодец! Зачистил территорию, привел сюда наших, и теперь мы спасем этот город! Так, здорово, мужики, здорово! Олень отдыхает, да? Блин, ладно, отдыхай! О! Здравствуйте, командир! Вот, видите, какие мы молодцы, все сделали! Бойцы, вы себе просто не представляете, у меня так отмерзла попа за эти 3 часа полета! Я просто офигеваю! Ладно, я хочу вас поздравить с выполнением задания, и за это будут награды, повышение звания... Даже награды опять дадут? Нифига себе, вот это... Спасибо! Я думаю, мы ваш отряд поставим сразу на доску почета. Чего? На доску почета? Это, то есть, получается, отряд Альфа, сержанта Джела и сержанта Флейзина? Мы их уничтожили, босс. Заманили в ловушку, как вы сказали, и подорвали, когда приехали все генералы. Вот и славно. Теперь этот город полностью принадлежит мне. Ха-ха-ха. Действуем по указанному ранее плану. Боже, как голова раскалывается! А? Кто это такие? Что вообще произошло? Я не могу встать! Ё-моё! Подождите, я помню, мы радовались, нас награждали, и тут бам! И все, стоп! Это что, ракета что ли была? Стоп, Лёха? Стоп, это полковник! Нет, это ловушка была! Так... Паша, тебе надо всего лишь встать. Так, ладно, сейчас... Давай, ё-моё, больно, так, ладно, давай. Тихо, главное, чтобы не шуметь. Хорошо, так, где мое оружие? У меня оружия нет, тут замечательно. Так, ладно, ножик. Все время в поясе у меня был ножик. Так, ладно, сейчас главное аккуратно. Ух ты, господи, как у меня все болит. Так, ладно, ё-моё, я вам отомщу. Меня поняли? Нах! Вот так вот, за полковника. Так, ну-ка, никто не слышал? Командир! Командир! Вы слышите меня? Командир! Блин, нет! Так, ладно. О, Лёха! Лёха, вставай! Лёха! Так, блин, он пораненный! Так, ладно, стоп! Шерман Эйфори! Торин-дан-цен ли-коло-кон-си-ду? Бен-ли-ку! Бен-ли-дан-цен-ли-ру-би! Тебя я тоже крохну! На! Шлёпок! Фига себе, базука! Я вас всех сейчас уничтожу! Шлёпки! Ещё мою команду убивать! Меня поняли? Я вас сейчас всех тут грохну! И тебя тоже! Нет, вас обоих! Сержант! Что? Не надо стрелять! Вы живы! Уходите отсюда! Олень, ты давай тут не возникай! У меня РПГ, я вас всех спасу! Раз! Подождите! Да, ёлки-палки, что опять? Сэр, вы на ногах! Нас все равно возьмут в плен, бегите! Да, блин, бегите. Ну что? Рикононо, Силёконда!
Сами идут, бегите, сержант. Ладно, я вас не брошу, я вернусь, я вернусь. Так, ладно, тут нужно уже сваливать по-любому. Блин, давай. Опа. Ай, моя нога. Так, ладно, сейчас давай, вставай. Главное, чтобы меня не убили. Так, нет, главное, короче, ребят, сейчас добежать до нашего главного штаба и прийти сюда с подмогой. Потому что все, мы эту битву точно проиграли. Блин, трындец полный, что мне теперь делать? База, ответьте, пожалуйста. Это говорит сержант Паша Флейзин. У меня отряд Альфа с Лехой Джелом. Пожалуйста, База, ответьте, у нас много раненых. Мы захватили стройку. У нас попал авиаудар. База, ответьте. Господи, я не найду. База, хоть ну кто-нибудь, да ответьте, для чего эта рация это нужна? О, боже мой. Ладно, буду держать рацию в руках, мало ли что кто-то ответит. База! Так, ладно, куда идти? Где вообще наша воинская часть? Я даже не помню. А, так, вроде на севере. Или вообще на юге. Я не помню вообще нифига. Ай, еще дождь этот. Ай, мои кости. О, кстати, всем привет, ребята. С вами, как обычно, Паша Флейзин. База. Ах. Короче, ребята, это... Я уже не знаю, какая по счету часть в армии, но... Ребята, чтобы вы понимали, это просто трындец. По нам, короче, попал какой-то мощный взрыв, и... Ребята, нас чуть ли всех там не поубивало. Вот, я не знаю, кто остался выживших, но пока что я один целый. Короче, ребята, пожалуйста, влепите лайк. Подпишитесь на мой канал, потому что это, возможно, последнее наше видео. Ребят, потому что это я не знаю. Я сейчас нахожусь в пустынном городе. Я не знаю, как добраться до дома. У меня все болит. Леха, там мой отряд Альфа. Они там все. Вот именно в этой, не знаю, туманной буре какой-то. Короче, ребята, я не знаю, сколько я еще протяну, но у меня потихоньку все темнеет. Я как будто умираю. База... Помогите! Ё-моё! Голова раскалывается! А? Где это я? Что это? Вставай! О, я в наручниках! О, Лёха! 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 Привет! Здорово! Олень! Я тебя так рад видеть! Блин, первый раз в жизни такое испытываю! Стоп! А что случилось? Я вообще так взрыв! Так я очнулся! Так начал база бежать! Это пипец! До военной базы и упал в отключку. Помнишь? Я ничего не помню. Я помню то, что в конце я отрубился и все. А вот и я после взрыва очнулся тут, прикинь. Капец, блин, на что вы это посадили? Террорист! Эй, алло! Бандиты! Сюда! Я что-то сказал, может, по его языку, я не знаю. Давай, этих индейцев вызывай! Алло! Блин, что нам делать? Олень, кто-нибудь выжил еще? Ой, это кто? Кто ты такой, Леха? Не знаю, он черный маск, смотри. Почему у него белые глаза? У него зрачков нету. Вы нашли только троих? Или там еще кто-то был? Да, босс, это единственный, кто выжил. А, то есть эти трое? Одни остались выживших среди сотни армии? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну ладно. Отвечайте на вопрос, уроды. Где находится ваша армия еще? Мы не скажем, что, пошли нафиг, мы будем молчать. Так, Олень, молчи, Леха, тоже молчи. Ты что, на тебе повязки даже нет? Молчу. Да, мы молчим, все, мы вам ничего не скажем. Так, значит, да. Я с вами играться не буду. Я вышибу ему мозги, если вы не станете. Стойте, так... Быстро говори, где находятся ваши войска в нашем городе, иначе я его убью! Сержант Павел, пожалуйста! Нет, мы не скажем! Леха, он блефует по-любому! Молчать будем, да! Да! Ах так, ну тогда попрощайся со своим другом! Ой, да чего? Олень! Нет, стой! Олень! Все. Значит так, уроды, я с вами церемониться не буду. Я еще раз повторяю свой вопрос. Где? Я ничего вам не скажу. Леха, прощай. Паша! Тогда попрощайся со своим миром, дружок. А? Кто это? На нас напали, что ли?
Нет, нет, так созови всех наших! О? Боже мой! Серьезно? Офигеть! Леха, ты видел, он на меня пушку наставил! Олень! Все, кажись, ему хана, мне кажется! А Марти нас сосовывать! Ладно, он молчит, короче. Блин, что нам делать? Нам же хана будет! Блин, Олень, ты меня прости, брался за все. Я был неправ. Это самое заставлял тебя отжиматься. Ничего не сделаешь! Да что, все, нам хана, Леха, мы не выберемся отсюда. Подожди, там смотри, охранник вообще уснул, кажется. Охранник уснул. О, кстати, это хорошая идея. Так, давай, не разбуди его. А что нам делать? Мы все равно, все, пофиг уже то, что охранник спит. Нам хана. Я не знаю, уйдем отсюда просто. Уйдем, ага, у нас наручники, че мы, как мы уйдем по-твоему? Так и че у нас только наручники, на ногах же нет наручников. Ну да. О, серьезно? Подожди. О, реально? А я думал, мы к чему-то прикованы. Так, да нет, стой. Только наручники. Давай это самое, встанем на счет три. Только тихо, главное, все делаем. Давай, охранник проснется, готов? Раз, два. Подожди. Фух, чуть не чихнул. Так, ладно, раз, два, три. Опа. Тихо, главное, на цыпочках. Нет, хотя очень хочется. Ладно, на цыпочках. Леха, ты куда ты пошел? Господи, что ты творишь ты? Ё-моё, сейчас он встанет, ты знаешь, каких там стрингелей будет. Ты задницей вырубить. Задницей? Что? Охранника задницей выберу. Задом как-нибудь треснуть ему. Слушай, я не умею такими единоборствами как бы владеть, но давай что-то ищи на полках что-то острое, что-то металлическое, что можно, короче, сделать. Бутылка! Бутылка. Ну, кстати, да, вариант. Ты задом тогда это ее бери. О! Ой! Леха! Я не дотянусь! Леха, иди сюда! Я нашел автоматы! Смотри! Сколько тут оружия! Так, автоматы! Ладно, сейчас, подожди, меня учили! Только смысла от них нету! Да подожди, меня учили в бальных танцах этому приему! Так, мы берем, присаживаемся и... Все! Ты что там делаешь? Оружие взял. Так, Леха, иди сюда. У тебя руки не с того места растут, что ли? Нормально, у меня руки растут. Короче, подходишь сзади, я сейчас стреляю и наручники разбиваю. Понял так, меня? Так, разворачиваюсь. Так, ладно, давай, еще три. Раз, два и три. Пам! Оп. Ой! Получилось! Я продырял! Да, аккуратней. Так, теперь это самое, мне надо то же самое делать. Бери пушку, короче, это мне наручники проломай. Давай, готов. Раз, два, подожди. Пам! Стреляй, все, молодец. Так, теперь пушка так в руки, нормально. Пошли, сейчас нам надо кое-что сделать. Ребята, блин, это самое реально. Поставьте лайк, мы выходим из плена. Так, Соня. Тихо, главное. Зря ты спишь. На. Все. Вот тебя. Ай, меня-то нафига мочить. Все, Олень, давай, пока. Ты был самым крутым бойцом в моей школе. Все, Лёха, короче. Ты крутым был, ты помнишь, как он вывалился вообще? Нормально, все хорошо. Бери пушку, выходим на улицу. Пушка! Так, Лёха, ты главное это самое, пригнись, мало ли что, тут кто-то еще есть. Нам надо незаметно. Смотри, там террористы окружают ребенку. Так, ладно, раз, два. И на! Аккуратно! Так, девочка, беги! Вот, Лёха, погнали! Чё, мы спалились! Так, чё, выходим! Прямо за тобой! Да, давай, обстрел! Чё, выходим! Уааа! Что это такое? Лёха, тут их очень много! Ой-ой-ой! Я в ангар! Нет, ну его ради! Крылья прячут! Это слишком! У меня даже бронежилета нет! Пошли ради! Лучше бы там сидели, слушай! Да, лучше бы, да, слушай! Чё-то их очень много! Тут целая армия нужна! Пошли, Навик, перезарядка! Ой, в ловушке! Лёха, обстреливаю их! Ёлки-палки! Пытаюсь! Смотри, подступаю! Давай! Отходим! Давай, наступаем мы теперь! Давай! Хорошо, проходим дальше! Давай! Не с теми связали! Тихо, Лёха, тут лучше в укрытии! Так, где-то РПГшник есть! Вау! На крыше я вижу! На крыше, так срывай на крыше! Вау! Ну что за выстрелы? Господи, да сколько их! Муравейник какой-то! Целый муравейник! Давай, обстреливаю, ой, минус один, минус второй. Ох, все, да, Лёха тут наступает меня. Ох, так что, я лучше присяду. Так, смотри, да где. Далеко не наступят. Так, РПГ, еще РПГ. Я уже его истребил. Это у них очень много, Лёха, у них очень большая огневая мощь. Так, ладно, короче, выходим дальше, давай. Пошли, Навик. Лёха, бери байки, увалим отсюда, короче. Да вот, беги, бегцы. Ах, господи, ой, их очень много, пошли, Навик. Лёха, валим, ой, пошли, Навик, да, Лёха, все, давай, готовь, на вам. Все, Лёха, уходим, у них РПГ еще сейчас попадут по мотикам, нам хара будет. Так, налево, быстрей. Ууу, так, тихо, паркур, вау. Лёха, давай, у-ху, нормально. Офигеть,
Слушай, мы реально умотали еле-еле. Ясно, мне мотоциклы, там и жесть была бы. Да-да, короче, ребята, все, я предлагаю так, короче, мы сейчас должны найти как можно быстрее подмогу и кого-нибудь из наших, а то нам будет трындец. Так, Леха, смотри в оба, а то мало ли что тут какие-то чуваки будут. Давай-давай, бандиты. Ну-ка, тут пусто, тут пусто. Так, тут тоже пусто. Тут вагоны какие-то заброшенные. Ну, это да, блин, нам надо найти наших, о. Леха, смотри, это кафе или бар, что это? Кафешка? Давай, выходим. Я проголодался, если честно. Ну да, там может быть еда. О, боже мой, ребята, все понимали, мы так сильно устали. Вы себе просто не представляете. Вот тут можно... Здравствуйте, тихо-тихо. Руки вверх, быстро. Террористы поганые. Стреляйте. Мы не террористы, мы это военные вообще-то, если да, что. Да, мы не бандиты. Кстати, вот, это... Вот этот вот ребенок, я его спас от террориста только что, где-то минут 30 назад. Серьезно? Элизабет, это правда? Вот этот мужчина тебя спас? Да, дедушка, он меня спас. Да ладно, ладно, как-то на террористов вы не похожи. Что вам надо? Это самое, мы просто, проголодались очень сильно. Да, вот, шоколада. Нам нужна помощь. И, кстати, у вас есть там, не знаю, может, радиоприемники какие-то там, рации или еще что-то? Нам связаться надо. Да, со штабом, а то наших всех перебили тут. Ну, если вы из армии, то помогу, чем смогу, как говорится. Вы, это самое, располагайтесь, я вам сейчас еды тут наварю. Блин, как вкусно! Офигеть, Лёха, да. Хочешь помидор? Тут мне помидорка осталась. Не надо, у меня свои есть. Ну и ладно, я съем и так. Блин, мы не ели 2 дня, спасибо вам огромное! Ой, слушайте, вот вопрос, а как у вас это развязалось тут все? Бандиты начали нападать, террористы тут это вообще... Это... Кстати, Лёха, этот чувак в маске, помнишь маски с белыми глазами? О, точно! Можете рассказать, кто это? А то мы видели его, мы офигели прям. К сожалению, сынок, я не знаю, кто это такие. Вот, знаю то, что его все боятся и все слушаются. Вот, и... Кстати, вы ж военные, вы умеете управлять транспортом, машиной там? Конечно, мы можем и танками, да, и самолетами, мы вообще можем делать все, что угодно. Что? Самолетами? Вы что? Подождите, самолеты! Нам не надо как раз-таки пилоты для самолета! Мы хотим мирных жителей эвакуировать с этого опасного города! Вы нам поможете, если что, а? Да без проблем! Мы любой самолет можем поднять в воздух, даже который без крыльев. Вообще, давайте за любую задачу справимся, короче. Ну, это самое! Тогда завтра давайте в 11 часов я скину вам координаты, там квадроциклы, приезжайте, хорошо? Да, конечно, Роберт, мы сделаем все на высшем уровне и поможем мирным жителям, вот, и вам поможем, мы пока что покушаем, хорошо? Мы стоим в засаде больше 3 часов. Ты там что-то выяснил или что? Завтра в 11 часов в аэропорту, босс, они хотят вылететь с мирными жителями из города. Это хорошо. Что еще есть по информации? Так, еще сейчас... Они говорят про вашу маску. Почему вы ее носите и почему у вас глаза? А это уже знать тебе не обязательно. В общем так, завтра в 11 часов в главном аэропорту нашего города я жду всех. Короче, ребята, мы уже приехали, значит, мы тут обосновались в этом городе, и нам, ребята, надо, получается, отвезти всех этих гражданских куда-то. Нифига себе, сколько народу! Самолет, ну да, народу там очень много. Здравствуйте, Роберт, мы готовы, короче, отправляться в путь, а вы что не в самолете? Да, это самое, я сейчас докурю свою сигарету и пойду в самолет. Плюс, моя внучка боится летать. А вы точно хорошие пилоты? Летать-то умеете на самолетах, а? Конечно, мы профессионалы, мы в армии, знаете, сколько всему научились? Мы можем все делать абсолютно, и эту малышку мы... Стоп, так мы на ней вроде летали, слушай, мне кажется... Погоди, очень похоже, да. Ладно, короче, это самое, Роберт, дайте нам пару минут, мы тут с Лехой, немножко постоим, посидим, знаете, чтобы прийти в чувство, вот, а то мы только проснулись. Короче, ребята, это самое, пожелайте нам удачи, потому что мы, ребята, летим на этой громадине, чтобы спасти всех мирных жителей. Ой, Леха, ты готов, пилот Джел, а? Да я вроде как готов, наверное. Блин, мне кажется, страшно. А, что это? Чего? Лёха, так быстро! Что это за фигня? Так, бегите сюда! Что это? Кто это? Вау, ёлки-палки, что тут всё бомбится? В укрытие! Обстрел, тихо!
Ну, елки-палки, так давайте в ангар! Что это? Срочно! А, террористы! Это засада была! Так, отстреливайте! Ёба, да я защищаю! Так, нет, помогай ты, елки-палки! Так, все! Ой, офигеть! Лёха, их очень много, так! Садитесь в самолет! Садитесь быстрее в самолет! Ёлки-палки, так все! Лёха, давай садись! Давай! Ё-моё, это трендец полный! Давайте садись все! Ой-ой-ой! Так приди, Лёха! Не бросаем мы, главное! Не бросаем, садитесь! Я буду отстреливать из самолета! Дед, ёлки-палки, дед, таблетки забыл выпить! Давайте садись быстрее! Все, сел! Все, заводим! Ушли, динамик! Ё-моё! Помещается! Все, помещается! Лёха, так выходим! Пошли нафиг, террористы! На вам! Нормально! Пошли в попу! Все, ребята, улетаем! Так, двигатель должен выдержать! Давай, Паша, мы сможем! Вон не взлетает! Раз, два, три! Все, взлетели! У нас движок дымится, мне кажется! Давай, вперед, не подземляйся! Все, да я пытаюсь! Реально, движок дымится, но самолет выдержал, все хорошо! Капец, там гражданских заманили! Как они узнали об этом? О нет, сами могут прослушивать нас в кафе, когда мы сидели! Вот, ё-моё, я все рассказал! Они нас прослушали и поэтому узнали о самолете. Это я виноват! Ё-моё, у нас двигатель все сильнее и сильнее дымится! Он может сейчас рухнуть, и все, и самолет упадет в город! Пока что вроде как не горит! Мне не нравится то, что нас обстреляли полностью! Ну, ребят, за такой экшен реально влепите лайк! Так, ладно, сейчас, по координатам. Так, выставляю координаты военной базы. Мы долетим и спасем хотя бы вас. Давай! Нужно просчитывать шаги наперед. Попрощайтесь со своей жизнью. Прямо в яблочко. Стоять у меня на пути. Что, снайпнули в полете? Ух, блин, что за фигня? Огонь! Я выжил! Эй! Кто-нибудь! Леха! Или дед? Нет! Вы где? Елизавета, нет, не умирай! Боже мой, какой ужас! Ладно, так я его трогать не буду. Офигеть, нас реально подбили! Так, стоп. Если дед тут, то Леха... Леха! Блин, где, ё-моё, в кустах ты, что ли? Или в самолете? Аня его лежит. Лёха, просыпайся! Лёха, ты, ё-голоманэ, просыпайся! Ой! Алло! Давай, что случилось, башка болит? Нас снайпнули в полете! Куда снайпнули? Да нас подбили, кажись! Подбили самолет? Ну да, вот, мы же почти улетели! А чё, все выжили? Почти! Ну, как все? Ну, большинство точно выжило! Вот, все, это трындец, мы отсюда не улетим никогда в жизни, тут везде бандиты, террористы. Так, ладно, Роберт, давайте все, собираемся, нам надо как можно быстрее сваливать отсюда. Нет, я не могу, тут моя внучка Елизавета, я ее не брошу, она жива, я верю в это. Ёлки-палки, так, ладно. Кстати, ребят, всем привет, с вами, как обычно, Паша Флейзин, Лёха Джел, и, ребята, это продолжение нашего выживания в армии. Всем здорово, чуваки. Короче, ребята, в прошлой серии мы попытались улететь из этого ужасного мира, вот, и, ребята, нас подбили. Нас просто снайпнули в полете, и получилось так, что мы разбились, вот, и остались только мы втроем. Короче, ребята, я не знаю, поддержите нас лайком, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. А также, ребята, давайте вот на этой серии наберем вот 2 лайка точно. Пожалуйста, ребята, вот ради меня 1, вот и за Леху 2, пожалуйста, влепите. Я больше его не буду просить, так что, пожалуйста, 2 лайкосика наберите. Ладно, Роберт, давайте идем, нам надо найти аптечку ближайшую, либо же медика, не знаю, нам надо вылечиться и, нам надо уходить отсюда. Я не могу ее бросить, она моя единственная внучка,
Идите отсюда, я останусь тут, я не могу ее бросить. Что делать? Короче, давайте мы тут осмотримся сейчас вот и... О, что? Что? Что такое? Ты слышишь? О, и вправду, это мотор машины. Подожди, тут кто-то приехал! Это откуда? Роберт, берите пистолет, прячьтесь! Так, Леха, давай, быстрее, за укрытие! Давай, ребята, это, возможно, террористы приехали! Роберт, блин, вы что творите? Ой, я бегу, капец, еле хожу тут! Давай, ты, блин, тоже прячься! Ребята, да, господи, этот дед сейчас нас реально подставит! О, вау! Ё-моё, Роберт, посадить отсюда! Бежим! Ёлки-палки, тут уже все пришли! Беги, Лёха, давай в укрытие! Так, я на крышу! Ай! Лёха, они из города бегут! Давай, ап! Так что, еще на крышу, я поднимаюсь на крышу! Давай, я с тобой! И капец, как много, Лёха, мочи! Так, главное, РПГшников замочи! РПГшники! Они слева! Так все, минус один, минус второй, и бам! Всё, вау! Ай! Я вижу ракета! Лёха, ай! Ёлки-палки! Крыть, Паша, прикрывай сверху! Лёха, помоги мне, пожалуйста! Так все, обстрел! Так, никого нету. Роберт, блин, спасайтесь-то! Спасайтесь, Роберт! Все, иду на помощь! Все, вау! Ай! Ёлки-палки, ты сейчас... Его не спасти уже, Паша! Кости переломал... Мои, в смысле? Роберт! Так, ладно, я пистолет его возьму. Так, все, Леха, давай уходим быстрее, пока тут подмога не подошла. Капец, ребята, вы посмотрите, тут реально засада для нас была. Они хотели нас добить по-любому. Так, ладно, ребят, сейчас главное валить. Так, оружие их поднимай, потому я что у меня мало патронов. РПГ бери, так то, что надо. Да вот, ладно, так. Нет, у меня нету. Слушай, машина, смотри, вот они на чем приехали. Давай, уходим что-нибудь. Давай, побежали. Хотя, стой. У меня идея, Леха! Какая идея? Побежали быстрее за мной! Короче, я придумал план, как их уничтожить, вот этих вот всех террористов! Смотри, мы можем сейчас взять, так ну-ка где? О, вот этих! Короче, мы можем взять, переодеться в их одежду и проникнуть на их базу в виде своих! Точно! Мне кажется, это реально идеальный план! Короче, давай, ты переодевайся, вправо, я влево! Паша, а я что-то не уверен в нашем плане! Да-да, все нормально, Леха, они как прикрытие наше, ну... Скажем, если что, то, что они спят или еще что-то. Короче, все нормально будет. Ты, главное, это самое, не волнуйся. Короче, ребята, чтобы вы понимали, мы переоделись, короче, в террористов, в этих бандитов. И сейчас, ребята, серьезно? Мы хотим проникнуть в их логово. Как бы самого главного найти, короче, все это уничтожить. Не только главное... не надо... Да, ё-моё, просто веди себя как злодей, и все. Ты считай злой. Да-да-да, со спецзадания приехал. Все это самое, мы злые. Короче, ребят, нам сейчас реально страшно, и главное... Офигеть, ты посмотри, сколько их много! Так, ладно, короче, сейчас просто приезжаем... Мы обычные сандалфоны! Да-да-да! Шаромане! Это КПП, кажись! И там даму фанига, вили фунус макавури, муж паркене гуркен ци флюс эндигус! Ми к боссу едим! Боссу, понимать меня, нет? Даже ман хабза келеку баратата и рузадас. Все, нам точно канат, Маша. Да тихо, так ладно, у них другой язык. Ща. Куры меня сию лолю вы тарнды да дуды инды кулуру. Холега не буду миш эле басаля адас рус батата. Эле кулу лях бакм бак бух эле кумба бах эле хоу. Ока? О, смотри, есть контакт, он порадовался. Давай. Саламане кулы фуни фулю сэни гули адас басаля тумчик куркункум чук. Ха-ха-ха! Лахмаш! Сукараменеме эхасир фрешине маа хузбакен вене антикрыру! Эле хонобо! Элле хонобо-бо-бо! Лё-лё! Слушай, Лёха, ты прикинь! Я его поблагодарил! Ты прикинь, я знаю их язык! Нифига себе! Всё оказывается! Пока ты фига договоришь! Ну, конечно, да, я, наверное, там ему сказал, мы со спецзадания там всё выполнили, едем к боссу! Блин, наверное, я чёткий переводчик прям! Ой, ёлки-палки! Наверное! Да, 100%! Так, только... Куда теперь ехать, я не пойму. Если мы проехали, то... Я не знаю. Это капец. Так, ладно, хорошо, ребята. Будем искать по этому городу, ребята, главное убежище. А может быть, это их база, а? Посмотри, тут какие-то прутья. Да нет, здание большое, наверное, должно быть. Большое. О, вот это, смотри, оно краски гигантское. Может, это их база? Оно пустое. Ну,
Ладно, да, согласен. Вообще заброшенная часть города как будто. Капец, да-да, она вся заброшенная часть города, блин. Да. А, жесть, ребята. Короче, чтобы вы понимали, мы, ребята, ищем базу террористов, этих бандитов, чтобы, ребята, их уничтожить, а мы не можем найти. Тут просто все заброшенное. Как эта база должна выглядеть? О, танк! Газуем, танк! Назад! А, хотя, стоп, что я паникую? Там мы сами на броневике, смотри на них. Да-да-да, если все нормально. О, Леха, ты посмотри, что это такое? А может, это что-то похожее. А может, это их база? А как тебе такая? Смотри, тут скорее танки. Скорее всего, смотри, как много охраны тут. О, и флаг, ты посмотри на флаг. Черный флаг. Наверное, точно. Это по-любому их база. Ты посмотри, как охраняется. Так, ладно, гейс, мы проедем. Шаромане! Нет, не проедем. Что делать, блин, опять давай, КПП? Давай, ты же их язык знаешь, идеально. Ну, ладно. Куанеми шарадамене гурули хляхими фохурар бакарикини зэ батата и тоди халявита. Махарабаса ляли хуреме те сабахаба шураман афона и харикию саваля. Ярис мафат. Чидихани холебо эльдахмане гаваяцина лоба бахадава. Буракамане айшименема и хена айтахарик в эльдабу. Лей, масаха сахаба, ана мусадажил, ана купелеле. Блин, что он сказал? Я не понял, нам приезжать или типа, что нам делать? Наверное, не знаю. Блин, что делать? Я не понимаю, открывай, что он говорит. Открывай шлагбаум, давай, Вася, что он стоит. Может, давай выйдем. Давай выйдем. Шу-шу, лю-лю-лю, буду порно туду. А я думаю, он что-то понял. Люляки. Да-да-да, щибалео, лю-лю-лю, бу-бу. Ладно, ну вроде, смотри, если один из нас не стреляет и никто ничего не говорит, то в принципе все нормально. Ребята, капец, это самое влепить лайк. Мы сейчас, ребят, находимся в самой опасной части этого города. Так, а где база-то? Какое из них здание база? Я чуть не понял, где находится этот их главный. Я тоже не знаю. Блин, что делать, что делать? Вон метка, где, смотри, наверное. О, метка. Охраны много, тем более. Слушай, еще охрана. Давай, короче, ну, попытаемся пройти еще. Я попытаюсь с ними как-то поговорить. Шнелли, лю-лю-лю, бур-бум. Заходи, Леха, короче. Неплохой домик тогда! Это, подожди, это точно тот дом? Секундочку, он это с виду фиговым казался. А тут ты посмотри, какие он хоромы себе построил! Вот это реально! Очуметь, я бы тут, наверное, остался жить. Так, ладно, это не то. Короче, это пошли искать, где его кабинет или где он, короче, находится, этот босс, блин, этих как террористов. Как думаешь, куда идти надо? Я вообще не знаю, тут очень много его охраны. Может, наверх пойдем? Он, может быть, давай. Ну хотя, блин, там много охраны, плюс какой-то чувак сидит. Ладно, давай, наверное, первым делом первый этаж проверим. Вот, посмотрим. Давай да в правую сторону. Ну, давай. Капец, ребята, блин, реально, влепите лайк. Мы сейчас находимся в засаде. Куркуме, рубене, бун, дурну. Люляки, бун. Шаромане, гурнуба, или бутудина. Курмене, жичурый. Так, ладно, я не понял, что он сказал. Кажись, это был ответ, нет. Тем более, он так сердито это сказал. Так что это не то. О, смотри, тут вроде возле двери охраны нету. Может, просто зайдем, попробуем. Ну-ка, о, открыто. Смотри, так, ну-ка, заходим сюда, короче. Ну что надо? Леха, так я, подходи, я закрываю дверь. Кифанамар бахаса, анафаны кубеля. Да нифига подобного, ты уже можешь говорить на своем нормальном языке. Мы проникли, это я. Да. Паша Флейзин. Так, сейчас, так, подожди, сейчас я маску сниму. Вот, спасибо, что подождал. Все, ты попался. Мы пришли, чтобы остановить все это, что ты тут натворил в городе. Смотрите, блин, взял себе тут хоромы построил, а город весь разрушен из-за тебя. Точно. Я поражаюсь, как таких дебилов, как вы, берут в армию. Вы понимаете, что вы пришли ко мне в логово, где тысячи моих солдат, и вы мне угрожаете? Вас убьют за 3 секунды. Ну, вообще-то он прав, Лёха. Тогда, а чё делать? Тогда выпусти нас! Да, тогда мы тебя возьмем в плен, ты меня понял? Я вам расскажу историю об одном парнишке, который не знал, что такое мир. 18 лет меня забрали в армию. Как раз таки это был мой день рождения. Нам сказали, что мы должны защищать город любой ценой, хоть своей жизнью. Обосновывали нам это тем, что армия нашла здесь нефть и очень много.
И чтобы ее добывать, надо истребить население. И на одном из заданий, когда я отстреливался со своим отрядом от ваших солдат, мы пытались защитить город любой ценой, не давая солдатам пройти дальше. Но все же я получил пулю. И получил ее практически прямо в голову. Я думал, да, что я погибну, но врачи поборолись за мою жизнь и сделали так, то, что я смог дальше дышать. Маска, которая на мне, она мне помогает дальше жить. Без нее я умру. Но сам факт того, что вы вторглись в нашу территорию и пытаетесь забрать наш город, вы играете не за тех. О, нифига себе! Вот это жесть, это, наверное, обалдеть, тяжело, да, с такой маской ходить целую жизнь? Как ты вообще через нее дышишь? Ну, честно говоря, довольно-таки тяжело. Вот, особенно пить сок мне очень трудно, но в этот момент меня спасает трубочка. Блин, капец, ну, если ты, получается, правду говоришь, что, ребята, мы не за ту сторону играли, очуметь. Ну, единственный способ, чтобы спасти этот город, его надо взорвать. Простите, что... Лёха, взорвать! Лёха! Лёха! Лёха, стоять! Надо достать! Стой! Стой! Лёха! 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 Живи, Лёха! Тихо ты, главное! Не закрывай глаза! Всё нормально! Я отомсти ему! Я отомщу за тебя! Ушлёпок! Блин! Это был специальный план! Пошли нафиг! Так, и на вам гранату! Так, всё, пошёл нафиг! Я за друга отомщу! Господи, как страшно! Так, тихо! Пошли нафиг! Я убью, есть огнемёт! Ай, ё-моё, как много вас, как много вас! Ты какая лошадь-то? Пошёл нафиг на тебе, бам! Офигеть, так ладно, ребята, мы должны прорваться, Пошли нафиг, бармен недоделанный! Так, ещё вот так, на! Ой, блин, сколько вас много! Так, на! Что? Патроны нет! Стоп, у меня патроны кончились, так, секундочку, так, сэр, я возьму ваше оружие! Так, ничего страшного, ушли нафиг! Ой, ты ж, ёлки-палки, чё ты такой жёсткий? Так, блин, оружия нету никакого! Ладно, так, ну стреляй, давай, ага, на! Фух, попал, нормально, так, всё, куда этот ушлёпок ушёл? Так, ну-ка, может тут... Да, что, у меня нет оружия, стой, не стреляй! Пошёл нафиг, офигевший, нате! Офигеть, что? Подождите. Не понял, мне ли показалось, или эта картина шевельнулась? Что? Нифига себе, ребята, вот это реально логово самого главного террориста. Офигеть, у него тут подвалы всякие. Так, ну-ка, секундочку, а тут у нас что? Так, эй, есть кто? О! Ой-ой, ребята, это те самые бомбы. Так, нет, эй, ушлёпок, ты где? Так, у меня пистолет, ага, стоять, ты чё творишь? Этот город уже не спасти, я не хочу его отдавать, он пойдёт вместе со мной, я его взорву. Да ты ненормальный, ты просто псих, ты хочешь уничтожить целый город, ты хочешь погубить миллионы жизней, я тебе это не позволю, на, подожди, ах. Нет, патроны закончились. А что делать? Ладно, я тебе и голыми руками зафигачу. На тебе! Все, ты не сможешь. Бомба активирована. Активирована. В смысле? Тихо! Убери ножик! Слушай, и это, ножик против рук нечестно! На тебе! Да ты послушай, давай как-то остановим это! Ты послушай! Этому городу суждено умереть! Я не оставлю его просто! На! Я тебя уничтожу, ты меня понял? Я тебе не позволю уничтожить целый город! Маска! Точно! Маска! Ах ты! На тебе! Твою маску надо уничтожить! На! Слетела маска! Я должен сорвать этот... Да нифига ты не должен! Как? На тебе! На тебе! Все, без маски ты никто! На! Все, да хватит, да что ты такой живучий? Все, наконец-таки, блин, кто ты такой? Бомба взорвется через одну минуту. Подождите секундочку, не взрывайте нас! Так быстро, как отменить? Так, Паша, давай, отмена! Взрыв бомбы отменить невозможно? Радиус поражения будет составлять 52 км. Подождите, а может на красную кнопку нажму? Опа! Бомба взорвется через 30 секунд. Какие 30 секунд?
Подождите! Стоп! Нет! Как отменить эти бомбы? Так, ладно, секунду. Я должен это делать. Бомба взорвется через 20 секунд. 20 уже? Так, елки-палки, уйди ты! Леха, я за тобой бегу, подожди! Я должен хотя бы с ним попрощаться. Бомба взорвется через 10 секунд. Елки-палки, нет, я успею, пожалуйста. Леха, так ты... Чего такое? Ты живой? Нормально все? Да, ты справился? Я... Ну, как сказать, не очень. Вот, ну, Лёха, я хотел сказать, ты был лучшим моим другом. Для меня было честью сражаться с тобой бок о бок, плечом к плечу. Ну, давай, да, посидим на дорожку. На дорожку, ну, с радостью. Ну ты же знаешь, что мне по ступенькам сложно подниматься. Ой, опять ты сюда пришел, да? Вроде как 2 года прошло с момента взрыва. Но ты также помнишь своего хозяина. Они были героями и, к сожалению, погибли. Ладно, Снежок, давай пойдем домой, а то промокнем. Ах, эта история уже больше 2 лет. Так было, как будто вчера.